вот он поворот направо, о котором я говорю. Такой крутой. Вот отсюда утром несешься под гору. Весь спуск, да, где-то минуты три, наверное, занимает. А может быть даже... Нет, три минуты занимает. Действительно. Туда, если идти, то это я как бы сделаю маленькое кольцо и поверну домой. А вот сюда я начинаю спускаться. Вот это вот пекарня Бекерея Вельте. Вот, с очень вкусным хлебом. Но почему-то в этом году она закрыта. Вот эта улица, по которой я бегу вниз.